Еще раз всем доброе утро. Как ваше настроение летнее? Солнышко ярко светит. Смотрю, сегодня не очень много народу у нас на площадке, но подсоединяются. Итак, сегодня у нас очередная рабочая встреча. Как всегда, мы сейчас пройдемся по тем вопросам, которые на сегодняшний день актуальны. У нас несколько сегодня вопросов. Дополнение к нашему сотрудничеству. Знаете, с 1 числа у нас было дополнение по бонусному вознаграждению, то есть дополнение к нашим соглашениям. Тогда давайте так мы быстренько сейчас и проходим. Вы знаете, что июнь-октябрь у нас 5 месяцев стратегический период, как мы говорим. Это так и есть. Действительно, вне зависимости летний сейчас период, либо какой-то другой, то есть мы работаем по нарастающей и ставим планы и идем дальше. Все у нас прекрасно и замечательно. 18 числа, напоминаю, что у нас будет выступление команды. Не пропустите это событие обязательно. Это субботний день. Соберите свои команды, оповестите своих людей обязательно. Будет, как всегда, много новостей. Будет возможность ответить и спросить любые вопросы, получить ответы на любые вопросы и так далее. Поэтому это такой так называемый небольшой подытог. Поэтому, пожалуйста, присутствуйте обязательно сами, не пропускайте. Сейчас так быстро идут события, мгновенно буквально, что, знаете, если какую-то встречу пропускаете, просто даже физически уже некогда слушать, потому что следующие шаги, планы и так далее. Коллеги, еще раз хочу поздравить всех, кто сейчас едет на Кипр. У меня такое очень хорошее настроение. Также, так как завтра я уже вылетаю сама на Кипр и буду встречать там вас, ваших людей. У нас в эту поездку где-то планируется около 40 человек, может быть, чуть больше. Буквально на этой неделе уже будем знать точную дату. Хочу сказать, что и сразу предупредить, что 20 числа, еще раз просто напоминаю, будет обязательная рассылочка дополнительная. В 18:00 по местному времени мы встречаемся уже в холле. Да, у нас предстоят интересные встречи, отдых, рабочие дни и так далее. Что у нас сейчас по новым странам региона? Мы в прошлый раз говорили, что у нас вот активно Молдавия, Финляндия, Германия, Швеция. Сейчас уже идут переговоры с активными лидерами в Украине, подсоединяются. И в прошлый раз буквально мы вот на прошлой планерке только говорили о том, что у нас 64 страны, коллеги, но на сегодняшний момент у нас уже 72 страны. Вы понимаете, что прошло меньше одного месяца, и подключились не просто несколько городов либо регионов, а подключились практически 8 стран новых. То есть это очень серьезный рывок вперед, поэтому это просто супер. Замечательно. Сейчас уже идут переговоры, и не просто переговоры, а именно составляются планы, и к нам подсоединяются также и Сербия, и Хорватия, и Македония, Румыния, Закарпатье, Украина, я вот себе здесь выписываю, и Канада, и коллеги Нигерия, сейчас также ведутся переговоры, то есть абсолютно разные страны. Просто вот просыпаются, ну, колоссальнейший интерес к нашему проекту, вопросы, как мы продвигаемся дальше, что для этого нужно, и просто наступил, что называется, очень-очень такой стремительный этап. Поэтому активируйтесь, пожалуйста, сами. Это к вопросу о летних каникулах. Не раскисаем, движемся очень активно, потому что очень-очень много активных людей сейчас приходит. И про новые страны мы сказали. Коллеги, новые пакеты, новые инструменты, новые инвесторы, новые рекомендации и так далее. Сейчас с новым этапом у нас приходит, и нам нужно искать, и не просто искать, а брать рекомендации у наших уже коллег, у наших партнеров, новых людей, новых инвесторов, с новыми программами. Конечно, здорово работать с новыми людьми, поэтому, пожалуйста, используйте этот инструмент взятия рекомендаций. Пройдитесь по своим знакомым. Возможно, те, которые, с которыми вы разговаривали
Раньше у нас сейчас просто вот замечательные программы. Вы знаете, сейчас мы не будем об этом останавливаться. Очень хорошая программа. Сейчас я даже специально сделала слайд, одну минуту. У нас подготовка. Подготовка к поездке в Берлин. У нас есть просто прекрасный пакет, он называется «Инотранс» в личном кабинете. Вы с этим пакетом также знакомы, и Инета Анжина об этом рассказывала. Почему уделяю на это акцент и уделяю внимание? Коллеги, замечательная возможность уже сейчас планировать поездку в Берлин. Я очень рекомендую покупать билеты, потому что они сейчас очень дешевые. Такое событие, такого масштаба пропускать просто нельзя. Особенно для вас, для руководителей регионов, это очень важно. Естественно, для ваших людей, то есть для всей нашей команды. Здесь все просто. Вы видите, что возможность участия и приобретения 4 пакетов дает возможность абсолютно бесплатного входа на мероприятие, которое платное 23 числа и 24 числа. Нижние пакеты нам просто говорят о том, что сейчас все движется семимильными шагами, и сейчас уже приходят очень крупные инвесторы, интеллектуальные инвесторы, инвесторы очень крупных корпораций, компаний, и, естественно, соответственно, объемы пакетов, суммы пакетов также возрастают. Но у нас также хотела сказать, вот, коллеги, просто замечательнейшие пакеты с возможностью. Хотела сделать акцент на пакет сеньор. Вы знаете, очень много сейчас спрашивают тоже, есть ли пакеты для детей, есть ли пакеты для людей, ну, возможно, там с ограниченными какими-то финансовыми возможностями. Вы знаете, об этом очень-очень много говорится. Очень много различных разговоров про пенсионные фонды и возможности. У нас есть уникальнейшая возможность вот просто себе приобрести пенсию. Мы сейчас говорим не про себя, коллеги, мы сейчас говорим про ту прослойку людей, которые огромное-огромное количество. Это поколение наших родителей, это более старшее поколение, а может быть, это студенты, но уже сейчас приобретают только этот пакет. Рассказывайте об этом. Можно себе сделать очень хороший, возможный бюджетный вариант пенсии. Как мне нравится, говорила Инетта Анджина, купите себе пенсию уже сейчас. Только в течение 60 месяцев это возможно сделать. Просто прекраснейшая возможность. Поэтому у нас в ближайшее время на данном этапе также разрабатываются пакеты для детей, то есть с возможностью юридического оформления для детей. Это тоже очень важно. То есть и для бизнеса, и для прослойки людей с бюджетной возможностью, вот как пакет «Сеньор», например. Такие пакеты, как «Иннотранс», вот то, что мы только что сейчас рассматривали. Поэтому используйте все эти возможности. Рассказывайте сейчас об этом именно новым людям, тем, возможно, кто еще долго присматривался, думал, показывайте разницу дисконта. Сейчас это очень-очень актуально. Напоминаю о том, что у нас отчетный период до 27 числа каждого месяца, и здесь хотела бы остановиться на том, что всего, да, кстати, всего 3 пункта, это то, что касается отчета, это очень просто, то есть то, что сделано. Обязательно сейчас в этот раз я попрошу прислать вас список вашего лидерского совета, кто конкретно входит, потому что сейчас 1 числа это уже требование, и не было, чтобы не было никакой путаницы. Все ваши команды, лидерские советы могут также посещать наши планерки, наши рабочие встречи. Это абсолютно естественно, нормально. И сейчас я хотела бы еще остановиться на дополнении к соглашению, которое будет оформлено в юридический документ обязательно. Здесь просто пункты, с которыми вы сегодня можете ознакомиться. Сейчас вы можете буквально вот в течение минуты прочитать, или мы можем просто быстро пройтись. На самом деле мы уже проговаривали эти моменты, сейчас просто они оформлены уже для того, чтобы вы могли ознакомиться и сами, и ваши люди.
Первый момент относительно того, что региональный лидер может быть региональным лидером, заключать соглашение только в одной стране, в одном. Мы сейчас говорим не о городах, мы говорим о странах. Естественно, это уже большее количество, более миллиона людей. Поэтому, коллеги, кто такой региональный, мы уже говорили, лидер, то есть это человек, который является ответственным человеком, который присылает все расписания, графики и так далее. Сейчас вы можете просто прочитать внимательно, я сделаю буквально 2 минуты паузы, чтобы вы могли прочитать это, и вам это будет выслано дополнительно. Давайте немножко вот по акцентам, да, разберем. Значит, региональный лидер может заключать соглашение сотрудничества, являться ответственным в получении и распределении региональных бонусов. Это то, о чем постоянно задают вопросы. Пожалуйста, перешлите там моему региональному лидеру. То есть все региональные бонусы зачисляются в личный кабинет ответственному региональному лидеру по этой стране, да, либо по этой территории. В дальнейшем он самостоятельно уже распределяет эти бонусы, рассылает по личным кабинетам своей команде, так как лучше знает, как команда работает и так далее. Региональный лидер – очень хороший пункт, который, я думаю, вам всем понравится. Региональный лидер может входить в лидерский совет любой другой страны. В любой стране. Коллеги, это не значит, что везде нужно записаться. Это подразумевается то, что вы реально помогаете работать в той стране, в которой, например, у вас есть структуры. Потому что очень много я слышу таких разговоров, что вот у меня структура активиста работает там, в там-то стране, в Урюпинске, вот в Гондурасе, в Нигерии, в Израиле, неважно где, да, в Украине, в Молдавии. Коллеги, очень здорово. Вы также помогаете им, и, соответственно, тогда вы можете входить в лидерский совет, так как вы приезжаете туда, так как вы подключаетесь онлайн для помощи в проведении презентаций и так далее. Поэтому, надеюсь, с этим вопросом нет. Региональный лидер получает дополнительный бонус наставника. Да, в течение первых 3 месяцев вы знаете об этом, просто это еще раз будет подтверждаться, о том, что если вы открываете какой-либо регион, то вы будете получать 50% от того объема, который делает этот регион, в течение первых 3 месяцев в таком процентном соотношении. Четвертый момент очень важный. Хочу, чтобы вы здесь обратили внимание на то, что региональный лидер организует лидерский совет. На сегодняшний момент мы уже с 1 числа об этом также объявляли. И я только что спросила вас о том, что в своем следующем отчете до 27 числа вы также прислали список своего лидерского состава. Коллеги, та работа офлайн, которая делается в регионах, это делается командой. И эффект получается от работы команды. Да, поэтому, пожалуйста, организуйте такие команды. Команда должна быть не менее 3 человек. Тогда эффективно начинается сотрудничество, начинается работа. Естественно, все понимают, что они заинтересованы и имеют коммерческий также интерес от дополнительно сделанной работы. Поэтому, пожалуйста, организуйте все правильно. Вы видели, в прошлый раз я предоставляла вам таблицу отчета за проделанный объем по регионам. И было очень явное такое разделение объемов, и было показательно видно, кто работает один в одиночку и кто работает командой. Есть регионы, которые в течение 2-3 месяцев делают по 2-3 тысячи до сих пор, сидя и думая, что к ним сам придет человек в офис. Есть команды, которые работают очень активно и давно уже перешли планку 100 тысяч и даже 200 тысяч. Поэтому, коллеги, сонастройтесь, пожалуйста, сорганизуйте, спланируйте свою работу очень-очень активно. Пятый момент. Региональные бонусы начисляются на предоставление отчетности. Мы также уже об этом говорили, не будем на этом останавливаться. Здесь все руководители, и я надеюсь, все очень четко это понимают. Значит,
Напоминаю, у нас июль-август. Коллеги, сейчас вы уже прислали свои даты конференций на июль-август. Июнь уже практически середина месяца прошла, поэтому с июля, как мы говорили, пожалуйста, кто еще там думает о каких-то датах, планирует, возможно, это невозможно, моя рекомендация очень простая. Назначайте даты самостоятельно. Вы знаете, все обстоятельства и события уже просто под это подтягиваются. Не дожидайтесь, пока вот что-то вам организаторы там сделают возможно, или еще что-то там, какие-то подсказки будут, или кто-то вам что-то там рекомендует. Коллеги, просто планируйте заранее даты, и все под это подтягивается. И планируйте, детализируйте конкретные шаги по организации. Это просто. Поэтому уже до 27 числа, уже практически в середине месяца, уже сегодня, я надеюсь, вы знаете и планируете, что будет в июле. Это нормальный подход. В июле, в июне, в августе, в сентябре. У нас мы уже на год вперед все прописываем, понимаете? Очень-очень быстро двигается. Поэтому на месяц вперед это само собой. Все даты должны быть. Мы все согласовываем и все это делаем. Также я хотела бы сказать о том, что сейчас вы видели в чате региональных лидеров Максим Выдро. Максим, если ты здесь, пожалуйста, сбрось свой e-mail почту. Вы можете сбрасывать Максиму Выдро также адреса проведения ваших мероприятий, ваших офлайн мероприятий и презентаций, для того, чтобы он выставлял на сайте Юницкого в общем расписании, в еженедельном. Да, естественно, мы все заинтересованы, чтобы у нас на многих-многих ресурсах у нас проходила наша информация о наших мероприятиях, как можно большее количество людей увидела и пригласила своих знакомых, которые живут на территории, где мы проводим мероприятия. Поэтому используйте эту возможность. Сейчас я не вижу, Максим здесь на площадке или нет, коллеги, я тогда эту почту Максима продублирую просто в чате, да. Ну, то, что у нас 72 страны, это здорово и прекрасно. Мы уже говорили сегодня об этом. Планируемый объем на июнь. У нас так и стоит, так и фиксируем, так и настраиваемся на этот объем. Хотя сейчас летний месяц, но, коллеги, давайте будем стараться. Поэтому сейчас прямо, как всегда, мы планируем себе, запланируйте, пожалуйста. Планируем объем личный. Вот личных инвестиций на этот месяц, вне зависимости, что, какие там мы зафиксировали для себя программы и так далее. Просто сейчас прямо возьмите ручку, карандаш, напишите. Это очень-очень мощно работает для каждого из нас. Личный объем, который вы планируете, если вы не сделали еще это, пропишите. Объем по своей структуре. Прямо пишите сейчас цифры. Второй пункт. Объем по структуре. Какой вы планируете? Третий пункт. Объем по своему региону. Планируйте вместе с командой. Четвертый пункт. Открытие новых регионов, городов. Прямо сейчас вот то, что у вас импульсно идет, то, что пишет рука, планируйте, пишите сейчас. Потому что все эти планы, естественно, мы вписываем в общий план, в общую стратегию, тогда мы очень быстро двигаемся. И вам уже с вашими командами просто остается садиться, детализировать, прописывать шаги и работать. Работа продолжается. Коллеги, конечно, это ваша ответственность, ваши самостоятельные встречи, дополнительные уже и по скайп, и в офлайн с вашими командами, дальнейшие стратегии планирования движений и так далее. Но не останавливайтесь, даже сейчас в летние месяцы. Мы идем очень быстро. У нас, я не буду сегодня останавливаться, но у нас очень много появляется новых инструментов. Вчера Инна об этом говорила. Пожалуйста, изучите, зайдите в личный кабинет. У нас появились лендинги, просто шикарнейшие материалы для того, чтобы можно было сейчас поработать и на просторах интернет, и в офлайн, и в онлайн. Просто прекрасные лендинги. У нас в ближайшие дни запускается, сейчас все время тестируется, вы понимаете, что ни одна запятая не должна пропасть.
запускается новый кабинет. И на сегодняшний момент вы знаете, что у нас появился новый план. Вчера Инетта очень-очень подробно об этом показывала. План этапов продвижения проекта. Этот материал называется... Сейчас один момент, я постараюсь его открыть. Так. Открывается. Так, что-то не открывается, но это не важно. Коллеги, вы видели, да, новый бизнес-план. Пожалуйста, не могу сейчас открыть, что-то не открывает картиночка мне. Вы видели, я уже также сбрасывала его в нашем чате. Пожалуйста, самостоятельно изучите. Очень-очень рекомендую. Вы знаете, это очень важно сейчас для новых клиентов, которые приходят и видят, насколько сейчас у нас уже прописано буквально все на 10 лет. Очень важные выжимки сделайте для себя, для своих презентаций. Сейчас уже ну просто предостаточно материала для того, чтобы рассказывать и о самой технологии, и о юридическом направлении, да, обосновании ведения нашего бизнеса с учетом нового плана. Поэтому, коллеги, используйте все эти материалы. Что у нас еще сейчас важного? Давайте мы сейчас, может быть, есть какие-то вопросы? Быстренько пройдемся. Как не могу открыть страницу что-то? Наш компьютер подвисает. Коллеги, что сейчас важно для вас? Давайте обратную связь, если есть вопросы какие-то, мы обсуждаем. Что по регистрации? Есть ли у вас какие-то? Что по проплатам, по продвижению, по вашим планам? Мы каждый раз встречаемся, немножко так, знаете, вот встряхиваем себя и идем дальше. Если вопросов нет, мы тогда приступаем к работе, отключаемся, как всегда, все решаем в рабочем режиме. Если вопросов нет, тогда, коллеги, замечательно, не буду никого задерживать. Еще раз напоминаю о том, что мы встречаемся с многими из вас с 20 по 26 на Кипре. Здесь есть email, если у вас есть какие-то возникают вопросы, пишите все к Наталье Эрдман. Так, пока нет возможности приобрести пакеты с дисконтом 1 к 600. Татьяна, это вопрос или утверждение, не совсем понятно. Мы уже останавливались на этом вопросе. Все будет хорошо, мы с нетерпением ждем конференции. Да, мы также с нетерпением ждем вашей конференции. Вы знаете, на самом деле это просто вот офлайн мероприятие, это настолько мощный импульс дает, заряд, вы посмотрите, это как своего рода такой допинг, хороший священный пендель или как священный наркотик, который дает живой импульс людям. Потому что энергетика после таких конференций просто зашкаливает. Так, говорят, технический сбой требует... Значит, коллеги, Татьяна, я поняла ваш вопрос. Это связано, скорее всего, сейчас буквально в эти дни переустанавливается личный кабинет, тестируется. Поэтому, может быть, у кого-то что-то зависает в личном кабинете, буквально терпение 1-2 дня. То есть, вы понимаете, да, любая переустановка, любое обновление требует каких-то таких моментов. Поэтому просто нужно подождать. Но, коллеги, вы понимаете, что у всех, у кого пакеты сейчас есть с дисконтом 1600, это уже самозанятые люди, как мы говорим. Акцентируйте сейчас внимание на новые пакеты, на новых людей. Все, кто вошел чуть ранее, они уже самостоятельно входят, они уже следят за информацией. У нас ну, просто шикарнейший объем информационного потока, то есть на вебинарах и уже на разных языках. Поэтому
Пожалуйста, акцентируйте сейчас внимание на новых людей. Прям ставьте себе план искать новых ключевых людей в новых странах, регионах. Вы видите, что 72 страны, где уже есть наши инвесторы, где уже есть наши партнеры. Пожалуйста, активируйтесь и начинайте работать в новых регионах. Какие еще есть вопросы, коллеги, по организации мероприятий? Так, вопросов я вижу нет. Замечательно. Тогда у всех настроение отличное, рабочее. Так. Марина, ваш вопрос непонятен. Коллеги, я попрошу, если вы пишете какие-то вопросы, давайте писать, чтобы это было понятно, да? Не просто как что-то в воздух, а что конкретно вы хотите спросить? Что непонятно? Я сразу хочу предупредить, что 21 число – это время нашей следующей рабочей встречи, да, то есть встречи новостей. Как всегда, все новости, которые будут, если будет возможность выхода в эфир, у нас ничего не отменяется, у нас все продолжается. Если такой возможности не будет выйти в интернет, так как я буду в отеле в этот момент, что там в отеле с интернетом не всегда бывает. Как всегда, пожалуйста, следите за информацией в чате, да, все новости, как всегда, там. Ссылку на маркетинг, план можно скинуть. Марина, вы заходите в личный кабинет и там это скачиваете самостоятельно. Я надеюсь, здесь все руководители и ответственные люди. Здесь детского сада нет. Ссылку на маркетинг, план можно получить. Спасибо. Какие еще вопросы, коллеги? Или мы будем завершать? У нас, как всегда, много работы, много встреч. Есть ли график тура спикеров по городам? График спикеров по городам. Коллеги, график спикеров по городам составляется только на основании ваших планов. Составляете вы план и есть в этом потребность приехать в ваш регион, тогда такой график выставляется. На сегодняшний момент все графики будут уже с июля. Туры по городам есть, конечно, но это на июль месяц. Поэтому просто абстрактно мы ничего не выставляем. Если вы считаете, что в ваш город нужно приехать спикеру, либо подключиться, тогда делайте запрос, делайте такую заявку. И весь список, график работы, сотрудничества, который есть на июнь, он представлен в личном кабинете. Пожалуйста, заходите в раздел «Региональные лидеры». Есть такая страничка у нас на сайте. Все графики, которые будут представлены с июля, вы также увидите. Но для того, чтобы мы их вывесили, вы должны прислать до 27 числа, еще раз напоминаю, свои планы, на основании которых и составляются все эти туры. Я надеюсь, это понятно, да? И сразу хочу сказать, что у нас с июля месяца у нас будет очень-очень уже серьезное расписание, то есть и по турам, по дополнительным конференциям, по расписанию презентаций также ничего у нас не отменяется, у нас просто усиливается и расширяется план расписаний. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны и ваша ответственность самому своевременно все эти даты предоставить. Коллеги, дайте обратную связь. Вы знаете, где наше расписание находится на сайте? Пожалуйста, вот напишите мне в чате, чтобы я понимала. Знаете вы, где это находится? Страницы региональных лидеров на нашем сайте Capital. Знаете? Все, тогда замечательно. Пожалуйста, заходите туда и смотрите. Все есть, отлично. Коллеги, благодарю вас и за вашу работу. Также сегодня мы будем завершать тогда. У нас больше рабочих вопросов нет, новостей. Новости мы все проговорили. Будьте внимательны. Я также продублирую дополнительное соглашение в нашем чате региональных лидеров. Все новости, как всегда, там. Все, коллеги, благодарю вас за встречу. Если вопросов нет, дополнительное соглашение будем подписывать.
Да, конечно. Те, кто будет сотрудничать у нас, начиная с июля. Мы сейчас внимательно очень смотрим за результатами месяца, как кто работает, у кого какие команды, кто какие планы ставит. На основании этого будут заключаться дополнительные соглашения уже с активными лидерами. Коллеги, также благодарю вас. Как всегда, желаю вам хорошего, бодрого настроения, самочувствия, просто вот замечательных, активных, успешных дней. И мы на связи, как всегда. Пока. Мы не прощаемся. Успешной